В рамках программы Министерства образования Республики Абхазия в городе Гагра состоялся районный конкурс на тему нарского эпоса. В конкурсе участвовали 4 команды. Это Гагарская средняя школа номер 1, Алзанская средняя школа, Пицунская средняя школа номер 1 и Цандрипская средняя школа номер 2. Конкурс состоял из 4 этапов. Это визитная карточка, вопросы-ответы, о чем идет речь, домашнее задание. Выступление команды оценивало жюри в составе главного специалиста отдела образования Гагарского района Мзии Даутия, преподаватели абхазского языка и литературы Бзыбской средней школы номер 1 Заиры Бения и участника проекта «Новая абхазская школа» Инги Ладария. По итогам конкурса первое место заняла команда Гагарской средней школы номер 1, которая представит район в республиканском конкурсе. Второе место присвоено команде Пицунской средней школы номер 1. Третье место – Цандрипской средней школе номер 2. Конкурс на тему нардского эпоса был организован главным специалистом абхазского языка отдела образования Гагарского района Мактиной Сычинава. Организацию и проведение конкурса высоко оценили гости из Министерства образования республики.